Сегодня сотрудники ГИБДД Чувашии проводят рейд на железнодорожных переездах. В республике 107 железнодорожных переездов, 54 из них регулируемые, а 4 оборудованы шлагбаумами. Через 21 железнодорожный переезд проходят регулярные автобусные маршруты. За 3 месяца в Чебоксарах зарегистрировано 2 ДТП на переездах, пострадал 1 человек. В ГИБДД напоминают, что за нарушение правил переезда предусмотрено серьезное наказание – штраф до 1000 рублей. За повторное нарушение предусмотрена ответственность в виде лишения водительских прав сроком на 1 год.